Старт на японском. Спортсмены готовятся к бою и настраиваются на победу. В ситарю важна не только сила, но и точность ударов. Каждому движению борца есть свое название. Дзунзуки, гиатозуки. Ногами мало работаю, на тренировках я учусь ногами работать, пока на соревнованиях я не работаю ногами. Пробую. Ну, ногой, да. Так вот, ногой. Ушермалаш ногой делаю. Да, да. Выбор, каким спортом заниматься, за Романа еще 8 лет назад сделали родители. Сейчас он не только не пожалел, но и стал чемпионом России. Придумал для себя беспроигрышную стратегию. Ну, сейчас он у меня шел, а я всего встречал. И вот победить. Это могло победить. На татами спортсмены со всего Поволжья, которые специально приехали в Саратов на первенство по восточному единоборству. Вот очень сильные спортсмены. Очень сильный тренерский состав. Во многом это благодаря энтузиазму. Вторым проиграешь, сам! Сам! Ситарю – один из самых распространенных видов карате. Не только среди юношей. В соревнованиях слабый пол проявляет себя с сильной стороны. Боли, конечно, есть, но это стоит того. Это адреналин, азарт. Это как, вот, например, наркотики есть, вот привязанность, вот так же вот у меня. 6 лет занимаюсь этим видом спорта, потому что он не только физическую форму поддерживает, да, и самооборону, но и учит принимать решения быстро, оперативно и поддерживать в хорошей форме. Поэтому очень много он пользуется популярностью у детей, у юношества, и в том числе и у взрослых. Поэтому это хороший вид спорта, и призываю всех отдавать своих детишек, в том числе и на восточное единоборство. Самые юные борцы оказываются и самыми выносливыми. Александра свой боевой нрав проявила в 4 года. Тогда же впервые пришла на тренировку и не просто увлеклась карате. В свои 9 лет уже обладатель зеленого пояса. Мне мама говорила, что я с самого детства любила боксировать. И я попросила ее отдать меня в карате. Я хочу постоять за себя и добиться каких-то спортивных успехов. Тройку победителей определяют по возрастным группам. На соревнованиях их несколько. Александра победила свою соперницу. Теперь занимает свое место на пьедестале. Медаль на чемпионку одевают гости. Именитые спортсмены Федерации каратэ-до и чемпионы России. Я за то, чтобы ребята вообще занимались любым видом спорта, не только каратэ. Качество приводит человека, и качество формируется тренером. Если тренер хороший, то детская психика – это пластилин. Главное, чтобы этот пластилин попал в хорошие руки. Ситарю не только азартный вид спорта, но и зрелищный. В ожидании медалей показывают шоу. Постановка в исполнении профессиональных борцов по древней японской традиции с глубоким смыслом.